Там дорога. Пойдем туда. Что происходит? Черт, Тринити, ложись. Черт. Грузовик встал. Я вижу. Что с этим делать? Иди за мной. Что ты делаешь? Назад, спрячься. Ты отвечаешь за перевозку, да? Ну, я заехал на какой-то гнилой мост. Ага, не стрелять! Попались! Не стреляй, они с нами. И гляди в оба. Проверить, что там. Хорошо. Поставь его там, смотри, чтобы никто не просочился. Оцепите весь этот сектор. Да, сэр! Если тут что-то есть, мы это найдем. Когда было последнее обслуживание? Все, проржавим. Не отвлекайся, Мендес. Что мы тут ищем? Все, что движется и не движется. Они еще не нашли ту реликвию? Хотел бы я первый до нее добраться. Я нет. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом скорее. Нет, спасибо. Я лучше посижу тут и поищу противника. Меньше слов, больше дела, господа. Хорош, Леница. Есть, сэр. Лара, путь свободен. Тихо, чем занят твой отряд? Я проверю. Их дело не видами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Мы знаем, где главный храм. Сейчас нам надо найти любые развалины, которые мы могли пропустить. Хорошо. Он серьезно застрял. Боюсь, его лучше не трогать. Нам придется укрепить мост. Будет трудно найти. Но ты не проверил мост, я же велел. Ну да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Вали, я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его БТРом? Ладно, может, я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Иди влево, я с ними разберусь. Что за... Прячься. Эй, Сэмми! Ты дурки. Я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Дэйв! Дэйв, Сэмми! Господи, надо все здесь осмотреть. Yes.
даже не думай. Чтоб тебя! Стоп! Спасибо. Все хорошо? Да. Держи. Надеюсь, это последний. Повезло. Да. Как они сюда попали? Не знаю. Не совсем та цивилизация, на которую я надеялся. Рука чешется. Значит, заживает. Тогда, может, лучше бы не заживала. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Кстати, моя бабушка пережила цунами в 60-е. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор она могла заранее чувствовать извержение вулкана, бури. И не только. Какой была твоя мать? Про нее ты редко упоминаешь. Она была смелая, деятельная. Наверное, она была тем клеем, что нас креплял. А после ее смерти возникла отчужденность. Давай, пошли. Как думаешь, что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим, поймем. Да. Вижу людей внизу. Надеюсь, нам помогут. Давай, ты будешь вести переговоры. Привет. Здесь где-нибудь поблизости можно заночевать? Как вас занесло в такую глушь? От экскурсии отбились? Нет. Сюда люди заходили. Искали артефакты. Ваши друзья. Тринити. Уж точно нет. Пора мне отдохнуть. Идемте. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе – мотель. Осторожность не помешает. Кстати, я Иона. Эбби. Лара. Входите, садитесь. Карлос. Три. Так, что вам у нас понадобилось? Ну, мы пытались решить загадку, но самолет упал. В смысле, разбился? Да. И вы остались целы, невредимы? Ну, а что там? Летел невысоко. Вообще-то мы ищем руины Майя. Майя? Вы в курсе, что вы в Перу, да? Да. Долгая история. Спасибо. Ну, ты не очень-то похож на археолога. Это она археолог, а я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное севиче? Коронное блюдо. Разве что оно в джунглях. Ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? Где это сняли? В
Мексике. А что? Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не майя. Мои предки инки, к нашей гордости. О, а ты передохни здесь чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Ну что ж, не откажусь. Удачи. И тебе. Ты тут недавно? Привыкай страдать ерундой. Пей, потей, день и пройдет. Ты не местный? Нет, я с того корабля, который налетел на скалы. Буря взялась из ниоткуда, пустила нас ко дну. Что-нибудь нужно? А, привет. Ты работаешь на раскопках? Нет, я тут случайно. Ясно. Ну, если что понадобится, в центре города есть рынок. Можешь пополнить там припасы. Спасибо. Не за что. Я 2 года собирался с духом, чтобы ее пригласить. И вот, когда я решился... Кто это вообще... Слава богу. Буря едва задела деревню. Ее эпицентр был ближе к самолету. Но все могло быть куда хуже. Что я наделала? Что, если случится землетрясение? Погибнут сотни людей. Я должна это предотвратить. Эй, если захочешь узнать что-то про Кувак-Яку, спроси меня. Ты экскурсовод? Я знаю, куда стоит ходить и кого лучше избегать. Ясно. Лучшая рыба на пристани. Самые вкусные тако в Ликар де Сердо. Но пиво там теплое. Я буду осторожна. А, и держись подальше от Амара. Тебе не нужны проблемы с ним. Он думает, что может прийти в город и взять все, что захочет. Ладно. Не буду нарываться на неприятности. Будь начеку. Звучит глупо, особенно в таких... Где твоя сестра? Спасибо за приглашение, мой друг. Не знаю, как им удается так задорно болтать, когда мы столького лишились. Сочувствую. Стой. Ты не Мариэлла. Нет, я просто... извини за беспокойство. Cebollas y papas. У меня есть неплохой товар, если надо. Привет. Дай угадаю, Амар послал тебя запугать меня? Скажу тебе тоже, что сказал ему. Я ни черта не дам о этому ублюдку. О чем ты говоришь? О чем я? Прости, я увидел нож и пушку и подумал, неважно. Ищешь что-то конкретное или просто смотришь? Что у тебя есть? Что у меня есть? Это Кувак-Яку, место крупнейших археологических раскопок в Южной Америке. Ну, могло бы быть, должно быть. Если бы не мародеры? Вот именно. Амар и его парни ищут деньги, а не прошлое. У меня есть кое-какие произведения искусства. Состояние не лучшее, но восстановить можно. Давай я покажу.
Моя лавка всегда открыта. Иона, я нашла руины инков, но основание храма кажется древнее. Да, Эбби вспомнила, где она видела этот символ. Он где-то внутри храма. Супер, передай ей спасибо. Я и так слышу. Ты, главное, не сломай там ничего. Жду тебя здесь, Лара. Я слышу их зов из-под земли. Голоса старых богов. Тебе просто нужно отдохнуть. Нет, сама посмотри. Посмотри, как дыхание богов поднимается из утробы земли. Ты услышишь их вой. Снаружи храм кажется больше. Посмотри. Ишчель и Чакчель. Близнецы сходятся вместе. Что там? Лара! Что? Сказали, ничего не ломай. Я не ломаю. Я восстанавливаю оригинал. Кто-то хотел ее спрятать. Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. С ней что-то сделали? Как с той штукой в Мексике? Это путь к храму жизни. Иди. Я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Я нашла храм. Отлично. Черт. Тринити уже здесь. Пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Достаточная причина. Да, командир. Простите, сэр. Они оказались слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор? Займусь. Хочешь, чтобы мы искали под водой? Так нам выдадут оборудование для дайвинга? Лучше. Мы запустили несколько подводных дронов.
Командир со всем разберется. Штаб, это портовая станция. Операция «Волк-одиночка» началась. Дроны запущены. Откуда я знаю? Мы не можем с ними связаться. Все еще? Уже час прошел. Какого хрена вообще? Без понятия. А знаешь почему? Потому что мы не можем с ними связаться. Да, здесь есть база Тринити. Иона, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Не делай глупостей. Тринити совсем взбесились. Но раз они здесь, значит, мы отстаем. По крайней мере, я напала на след. Если Домингес прав, я должна добраться до ларца первой. Thank you.
зачем мы все закрываем? Затем, что командир Рурк приказал оцепить периметр. Никто не войдет и не выйдет. Я знаю, умник. Но ты понимаешь, зачем? За понимание мне не платят. Когда сюда прибудет разведка, может быть, нам что-то расскажут. Почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Почти недостаточно. Немедленно оцепить периметр, чтобы муха не пролетела. Есть, сэр. Сэр, я могу узнать, что происходит? Разведка уже в пути. Отбой. Не надо сразу думать о худшем. Может, все в порядке? Вниз и пропали? Может, надо отправить кого-то на поиски? Рурк отдал приказ. Пока разведка не доберется, никаких поисков. С последней связи уже почти час прошел. Командир не бросает своих людей. Если он говорит подождать, значит, есть причина. Скорее бы разведка прибыла. Чёртова дыра. Дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землей, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Храм тоже под нашей защитой. Не знаю. Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. После этой бури мы на все слишком остро реагируем. Надо было отправить несколько дьяконов с разведкой. Как думаешь, что там случилось? Мы зачищаем сектор. Кто-то думает, что на них напали. В смысле? Там ничего нет. Точно. Мы что-то искали. Вдруг они это нашли, и это не то, о чем мы думали. Я, наверное, схожу с ума. Иона, командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. В
Хочешь узнать, что? Да, посмотрю, что они нашли. Руф был в Семеле, когда Домингес завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Здесь была бойня. Что случилось. Я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Цифры на колбе.
Надо подобрать символы. Надо подобрать символы. Надо подобрать символы. Еще одна дверь? Неужели еще не все?
Здесь две даты. И Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Фото из Косумеля. Может, это ответ? В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет, и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. Фото из Косумеля. Может, это ответ? Иона, какая последняя цифра у Чакчель? Поперечная линия и две точки сверху. 7, наверное. Спасибо. Привет, это Эбби. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да, статуя кошки, большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично, тебе это понравится. Интересно.